Екатерина. Сегодня такая тема. Ответы на возражения. Надо ли вообще отвечать и что именно отвечать? Во-первых, разберем, для чего люди возражают. У них есть сомнения ввиду того, что они не владеют информацией просто полной и правильной. Например, у 99% людей, с которыми я провожу новички собеседования, да, которые хотят именно работать или регистрируются, да, покупать себе со скидочкой, 99% думают, что Faberlic – это одна косметика. И еще ее нужно продавать сумками клетчатыми по соседям обязательно. Обязательно просроченную еще, наверное, да? Значит, вот 99% людей думает так. Я бы сказала 100%, потому что я всех спрашиваю, вы знакомы с продукцией? Они говорят, да. Я говорю, ну и что там по-вашему? Какая продукция? Косметика. Все. Вот абсолютно все так отвечают. Если бы они знали, какой огромный ассортимент, они бы давно зарегистрировались. Какие цены там, давно бы зарегистрировались. Вот этот 1% оставшийся, они уже зарегистрированы просто. А все остальные, они просто не в курсе, что там продается, по каким ценам. Faberlic уже много лет не повышает цены. То есть то, что они думают, у них есть какие-то наверняка знакомые, которые бегают с каталогами, продают. Но это не сетевой бизнес, это вообще не бизнес, это просто продажи по каталогу. И вот они смотрят на них и думают, я так делать не хочу. Конечно, никто не хочет, разве можно бизнес построить на продажах от них? Ну, продал ты 10 человек, 20, и все, ты ограничен в этом. Вот. То есть, получается, это только продажи, не бизнес, и тем более не сетевой. Поэтому не надо вот эти понятия путать. Если ваш знакомый какой-то непрофессионал и занимается, и больше не знает, как здесь строить бизнес, работать в интернете без всяких продаж, это не значит, что у вас должно быть так же. Разберем основные возражения. Первое. Это нужно продавать. Многие боятся продавать. Некоторых спрашиваешь, личные продажи хотите делать? Они говорят, да, у меня много мам знакомых, я буду еще продавать. Ну, с такими все понятно. Которые не хотят, им объясняю, что да, здесь не нужно, здесь нужно основное размещать рекламу, смена магазина на свой, но основное это подача рекламы, что если мы купили здесь зеленый чай, то нам 200 тысяч не заплатят. Но как-то глупо, да, открыть, например, мясной магазин и ходить за мясом к соседу. То есть стараемся все купить здесь. К тому же, если мы хотим стать больше экспертом продукции, что-то посоветовать своим новичкам, да, потому что многие идут именно за покупками. То есть на подарок новичку, на скидки, низкие цены, что-то слышали уже какой-то хороший продукт, бытовая химия, например, классная, слышали, хотят вот зарегистрироваться, да? Вот, поэтому мы должны быть экспертом, попробовать хотя бы основное. Это хостовары, то, что нужно каждый день, да, все моются, все зубы чистят, поэтому все это нужно. Дальше, второе возражение, мне ничего не нужно, люди говорят, да? Тогда спрашиваем, вообще вы моетесь? Тут все отвечают, что да, моемся. Зубы чистите, чай пьете или кофе, здесь все это есть. У кого-то еще дети есть, кто-то стирают, прибираются, спрашиваем. Ну, все, значит, нужно человеку. Или можно вообще спросить, у вас вообще много знакомых, кто год уже не мылся, которым реально ничего не надо в магазинах? Ну, нет таких знакомых у людей. То есть просто объясняем, что здесь выгоднее, качество продукции лучше. Не обязательно закупаться там, на 20-30 тысяч рублей. Достаточно, что мы основное берем, шампуни, там, кондиционеры для стирки, порошки, чаи, травяные чаи. Тут очень классные, мне нравятся. Вот. Объясняем человеку. Любое возражение, он просто не будет вас вообще отвечать вам, да, если он не хочет узнать больше информации. Он для чего возражение говорит? Чтобы вы ему объяснили. Вот он думает так, а вы должны ему объяснить. При этом не надо с ним спорить, не надо ему говорить, нет, ты не прав, да, у нас вот так. Нужно с ним согласиться, надо сказать, да, многие так думают, действительно, есть такое убеждение. И дальше
А у нас вот так вот, никаких там противоречий, спорить здесь вообще неуместно, это вам, ну, не будет. Некоторые люди любят вот поспорить чисто, да, не надо это превращать в какие-то споры. Соглашайтесь, каждый раз соглашайтесь с человеком и объясняйте ему свою точку зрения, свою позицию. Следующее. Некоторые возражения. Третье. Это не мое. Уточняем, что именно не мое. То есть, что у него нет компьютера, он не может в интернете, он не сидит в соцсетях, он не искал подработку. Они же обычно пишут нам по подработке сами, да? Вот. И уточняем, что именно не его. Опять, он же опять думает, он недопонял. Некоторые три раза прочитали текст и не увидели, что там, как сказать, подача рекламы в интернете, а не продажи по каталогу. Уточняем, что именно не ваше. Задаем, предлагаем несколько вариантов человеку, чтобы он выбрал, что именно он считает неправильным своим убеждением там. Да? И, то есть он скажет, ой, это продавать надо, что-то знакомым предлагать. И объясняем, что мы со знакомыми вообще не работаем. Как правило, это вот одни и те же ответы. Следующее возражение. Про вложения. Если вас спрашивают, есть ли вложения, можно тут, конечно, пошутить, сказать, да, нужно взять 5 миллионов в кредит в банке. Вот, это уже называется смасштабировали, да, смешных каких-то нереальных размеров, да, уже человеку вопрос самому смешно уже, да, он уже так не относится, вот. И после этого можем говорить, что вы пошутили, и нужно здесь просто не в супермаркет ходить за зубной пастой и шампунью, условно говоря, да, или какой-то одеждой, ребенку там, обувью, стараться брать себе, вот. И основное это, конечно, размещение рекламы в интернете, тысячи людей. Можно так и объяснять, что это SMM-маркетинг называется, продвижение бесплатное в соцсетях и автоматическими программами размещаем рекламу. Но если вы произнесли незнакомое слово SMM-маркетинг, объясняем, что это такое. Вот. Ну, я уже вот объяснила. Просто так не употребляем вообще слова никакие. Если вы сказали баллы, человек всю фразу уже не понял. Все, что вокруг баллов вы сказали, ничего не понял, потому что он не знает, что это такое. Ну, не все знают, не все сетевики, да, вот. Следующее возражение. Заболел ребенок некогда. Говорим, что можем себя пример привести, что вот я как раз и начала здесь работать, чтобы у меня было и время, и деньги. А когда я работала на основной работе, у меня не было ни времени, ни денег. Получается, или человек просто ищет отговорки, можно ему, в принципе, так и сказать, что да, можно всегда искать какие-то причины, у нас их всегда тысяча найдется, но если мы реально хотим зарабатывать больше, чем на наемной работе, многие 15 тысяч зарабатывают, вообще как живут на эти деньги, да, в рестораны не ходят, никуда не ездят, раз в год, может быть, ездят куда-то. Вот, не могут себе многое позволить, ребенку немного не могут позволить, и себя же убеждают, что им это не надо. На самом деле надо, им просто они отговорки находят, себя оправдывают, почему у их ребенка нету, допустим, телефона нормального, а у других детей в классе есть. Просто потому что маме лень поднять попу с дивана и что-то поделать, по готовому обучению сделать, без всяких вложений, бизнес потрудиться. Вот ребенок вырастет, потом скажет, почему я в институт в этот не поступил, там платный какой-нибудь, да? А мама скажет, потому что мне лень было бизнес, что ли, год поработать над своим бизнесом, чтобы потом жить хорошо, вот, и позволить себе все, что хочет. Следующее возражение. А, кстати, забыла сказать, что с детьми некоторые просто прикрывают свою лень. Они не хотят. У них, может быть, муж есть, или мама есть, папа, который им деньги дает. И какой-то минимум вот они поддерживают и ничего не хотят. Они на словах хотят. Вот они сделали шаг, написали человеку на объявление о подработке, допустим, да? Все, они шаг сделали и считают, видимо, что после регистрации им миллион на голову должен свалиться. А то, что здесь вообще-то нет халявы, нужно работать. Здесь нужно меньше работать. И легче, чем на других видах работ, да, это не вагоны разгружать,
Но здесь нужно учиться. Не 6 лет, конечно, как в институте, но нужно поучиться месяц-два. Если вы хорошо владеете интернетом, то 3 дня. Обучаю за 3 дня. И уже приступаете к действиям, уже получаете первых клиентов, первые регистрации, и у вас уже идет товарооборот. А остальные нюансы там по ходу можно выявить. Да? Вот, следующее возражение. Я подумаю. Можно сказать, я тоже говорю, я подумаю, когда хочу вежливо отказать. И уточнять, почему, если какие-то сомнения есть, что я их вам сейчас объясню, да? Спрашивайте, какие вопросы, можно несколько вариантов задать и предложить демо-версию на 1,5 месяца на принятие решений. То есть я вас бесплатно зарегистрирую, вы ничего не должны, не обязаны, и вам нужно, вы просто обучаетесь пока что, читаете, хотите просто себе со скидкой берете подарок, забираете новичку. Вот. Хотите включиться в работу, пожалуйста, включайтесь. Если вы решили все-таки не работать, то ваш номер автоматом удаляется через 1,5 месяца. Вот и все. Вот. Седьмое возражение. Спрашивают, это сетевой? Вы знаете, сетевик не спросит, такой вопрос не задаст, если он уже разбирается, знает, да? Потому что он уже по компании знает, все другие компании он знает, их маркетинги знает. То есть нормальный сетевик уже изучил вообще много всего и не будет так спрашивать. Он уже и так это видит, он и в интернете это в поиске забьет и уже посмотрит вперед вас, пока вы ему ответите, да? Вы, то есть, значит, человек этого слова боится, и у него был какой-то опыт в другом сетевом, где, возможно, бегали с какими-то продажами, не было онлайн-обучения, его на самом деле не так много онлайн-обучения, это... Нужно очень хорошо еще попасть. Может быть, его наставник там. Все наставники пропали, обучения не было. Заставляли продавать много, да. Вот. Всякое бывает у людей. Или он попал в компанию сетевую, где большой, нужно обязательно делать большие закупки на 30 тысяч рублей. Таких компаний много. Вот. И этот продукт очень, допустим, дорогой. И, в принципе, он особо и не нужен. Можно без него обойтись. Вот, конечно, у него будет негативный опыт, и он тогда будет спрашивать, это сетевой. Вот. Уточняем, что вы имеете в виду под словом сетевой. Вы уже были, у вас уже был какой-то опыт. Обычно начинают отвечать, да, я там был в Арифлейме, вот, или еще где-то. В общем, и ничего у них там не получилось. Начинают рассказывать, но тут, естественно, нужно тоже, например, я тоже там пробовала, и я могу привести свой опыт. Если у вас нет там опыта, сказать, о, мой наставник тоже там был в Арифлейме, там все дорого, да, там нужно аж 150 баллов делать личных. То есть тут уже по теме слово баллы можно использовать, он уже в курсе, что это такое. Вот. Значит, тут уже есть о чем поговорить, но сильно углубляться в эту тему не надо. Обсудили, что ассортимент маленький, все дорого, нужно делать большие закупки. Очень сложный маркетинг. Все, вот это одним предложением сказали, да, и все. И дальше уже свою тему продолжаете. Все время, если человек вас уводит с темы, все время возвращаетесь на вашу тему, да. Ну и, в принципе, все. Возражения разобрали все. И если получается так, что вы не знаете ответ на вопрос, который вам задали, ну, вы еще новичок, вы не изучили, допустим, не изучили что-то, какие-то нюансы, не знаете, да, это ничего страшного. Вы отвечаете вопросом на вопрос. Потому что новичок знает, вот который, с которым вы разговариваете, он знает еще меньше вас. Причем не в 2 раза, а в 100 раз меньше он вас знает. Практически ничего, да? Поэтому что там вы ему конкретно ответите из каких-то нюансов технических, это вообще не имеет значения, да? Вот. То есть, если вы не знаете ответ, мы отвечаем вопросом на вопрос тогда. Вот прям запомните. Ступор у вас, не знаете, что ответить. Вопросом на вопрос, еврейской манере. То есть, уточняем,
Что вы имеете в виду под этим вопросом? Пусть он более широко вам ответит, а вы уже там словите знакомую тему и всегда что-то объясните, да, в принципе. Но все-таки рекомендую первые два дня изучить кабинет, чтобы или пообщаться с наставником еще дополнительно, чтобы вы уже вообще были в курсе всех тем, но всегда уточняйте, что человек имеет в виду, чтобы вы ему могли объяснить его там страхи, его вопросы, сомнения, да, их обязательно нужно развеивать, нужно у человека находить сомнения, находить, что он хочет. Некоторые люди, в принципе, не знают, что хотят, у них нету обозначенной цели, поэтому вы тут им не поможете в постановке цели прямо в первый день, да, вот. По постановке цели у нас там в чате есть все расписано. Если люди не могут себе цели поставить, не могут, не знаю, как их ставить, как прописывать, что хотят, да, новички у меня проходили как-то квест, и очень многие им задали написать 25 целей по бизнесу и 25 личных. Бесплатный квест просто по психологии для наших был. Вот. Многие еле-еле написали 6-9, они не знают, что хотеть. Просто вообще, они ничего, люди ничего не хотят. Они себе рамки поставили, это я не могу, это мне не позволено, да это вообще невозможно. Там некоторые думают, что даже за границу поехать невозможно, да, не говоря уж, что зарабатывать в два раза больше и так далее. Вот у них планка стоит, хотя бы здесь 10 тысяч зарабатывать, да. Но потом они, естественно, повышают, когда эту планку, когда достигают этого результата, да. Но на первое время большинство людей даже, у них, в принципе, цели-то не обозначены, они не верят, что можно достигнуть что-то. Поэтому пусть остается тот уровень, который вы знаете, вот для вас этот уровень комфортный, да, достижимый, кажется, это чуть-чуть повыше, чем вы сейчас. Вот. Следующий уровень повышайте постепенно. Дальше вы уже будете думать, что все возможно. Вот. Конечно, никто сейчас не может представить 100 миллионов, допустим, да, если зарплата у человека 15 тысяч рублей, 20 тысяч, он даже просто не может 100 миллионов представить, и он будет думать, что да это вообще невозможно, это там не для него и так далее. То есть цели нужно тоже прописывать чуть повыше, понемножку чуть повыше, чем у вас сейчас есть уровень. Вот как вы живете сегодня, это результат ваших вчерашних действий, да, ваших шагов, которые вы делали до этого. Если сейчас вы начинаете делать другие шаги, просто ноги переставляйте по достижению к своей цели, да, распишите все, что вы хотите, на что вы хотите деньги потратить, куда вы хотите поехать, начиная там от курса массажа пройти, что-то по детям там, развитие какое-то, пройти какой-то семинар, может быть, интересный, тренинг, да, все на развитие, или прочитать какую-то книгу, вот, по маркетингу, может быть, вы хотите прочитать, да, и так далее. Вот это все-все прописывайте, все свои планы, цели, можно их дробить на мелкие части, если у вас уже какой-то пошаговый план созрел, уже можно вот прямо начинать делать. И здесь прям пошагово за вас уже все расписано, план действий. У нас несколько методик. Кто хочет личный объем делать 1000 личных баллов, пожалуйста, есть методика, да, на личных работать, не выходя из дома вообще, личный товарооборот делать. Ну, кто дома сидит, не ездит никуда. Кто постоянно ездит, ему неудобно делать личный объем, он хочет работать именно в интернете. Тоже 22 метода подачи рекламы есть. Все ответы на любой вопрос готовы, все шаблоны для вас все готовы, просто бери и делай. Программы готовые, бесплатные, настройки к ним все есть. Бери, устанавливай по инструкции и работай. Все, ноги переставляй, результат обязательно будет. Что-то где-то застопорились, сразу обращаемся к наставнику. Вышестоящих наставников тоже очень много. Если один, допустим,
в это время спит, то другой не спит. Если какой-то срочный вопрос, да? Вот. В нашей команде вышестоящих наставников очень много. И можно и просто даже в чате спросить, в рабочем чате, вам другие вообще подскажут ответ на вопрос. Поэтому начинаем делать другие действия, чем вы делаете сейчас, чем вы ходите там на работу, дом, работа, дом, да, и ничего не улучшается и не предвидится. Если вы делаете те же действия, да, вам не свалится ни принц на голову, ни миллион на голову не свалится, пока вы не начнете просто другие действия делать, по-другому мыслить, общаться с более успешными людьми. Здесь вы у нас в команде общаетесь с целой кучей успешных людей, которые зарабатывают во много раз выше среднего. Таких людей очень много в нашей команде. Поэтому и вы увидите, что они мыслят по-другому. Вы начинаете перенимать тоже их мышление. И смотрите, как они действуют, как изучают что-то новое, да? Поэтому обучайтесь у них. Это не занимает какие-то длительные сроки. Так что желаю вам успешного продвижения, мощного развития в вашем бизнесе. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!